А если священник в среду, пятницу не постится, может ему сказать, может он не знает об этом? Что-то ничего не понял даже, как-то бубнит так. Ну-ка, сестру Валентину. Священник не постится в среду и пятницу, может ему сказать, говорит? Священник не постится в среду и пятницу, может ему сказать, какой вопрос? Ничего так не понял. Может, у меня плохо работает. Тут Валентина Сергеевна, ну, переведите, что он говорит? Он сказал, если священник в среду и пятницу не постится, можно ему сказать об этом? Ну, сказать-то можно, выбрать момент такой. А почему не постится-то? Как он не постится? Что он мясо ест или что? Если растительное масло, то болящим разрешается. Знакомого есть заведение, роллы, пиццы делает, а священник там в пятницу заказывал. Я говорю, а как же? Что-то непонятно. Рыбу нельзя есть в пятницу. Сестра Валентина, еще раз переведите, вот что сейчас сказал. Я так поняла, что Руслан работает в кафе, и батюшка приходил в кафе и заказывал пиццу. Не знаю. В среду или пятницу? Ну, раз я не видел, что я могу сказать? Я знаю, что если он не соблюдает пост, там мясное ест, там молочное, это канон один для всех, он на 2 года отлучается. Так что тут никак. Растительное масло и часть там вина для больного желудка. Устав разрешает болящему. Вот так что. Я видел-то священники, которые не соблюдают, ну... Даже подошел, сказал, потому что я у него работал и увидел. Он не воспротивился, ничего. Да я ради вас, вроде бы, мне надо это. Я в рот не беру мясное вообще. То лучше, конечно, ничего не говорить, помолиться, нежели сказать не в попад. Это хуже будет. Так, все. Он получается, повод дает. Подожди, там Надежда, не вступай пока, пожалуйста. Вот сестра Валентина говорит, мне каждое слово понятно, а вас непонятно. Да, у Надежды шум какой-то. Ну да. Он говорит, а там бу-бу-бу-бу, слова даже нету. А вы, вам лучше слышно, вы переводите. Так что они сейчас сказали еще? А Руслан, повтори. И знаете, Тихонович, можно я по-своему то, что я понял? Этот брат Руслан, он увидел, что заказывает, просто заказывает пиццу. И не знает, сказать ему или не сказать. А кому он заказывает? Дело в том, что... Кому заказывает-то? Можно я скажу? Да он сам... Ну, Руслан сам должен понять, кому заказывает, и спросить просто у батюшки, спросить, батюшка, а как с постом тогда быть? Что там? Нет, подожди, дай сказать, ты что-то не поняли. Получается, у знакомого есть заведение, роллы, пицца делает. А в пятницу пришел священник с матушкой, заказали роллы, там есть рыба. Он сам ходит в храм. Вообще заведение. И говорит, батюшка, не постится, значит, ему соблазн подает. Тут с перекладными у вас лучше ничего не говорить. Тут, может быть, запутаетесь. Не надо. Вы сами его не видели, что он ест? Ну и все, вы за остальное не отвечаете. А так лезьте где-то, и отношения попортили-то и ни к селу, ни к городу. Лучше промолчать, потому что вы сами ничего сказать толком не можете, а кто-то как-то. Так, все, вопрос закрытый. Так, все, никого нет, отхожу.